Хей, окей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3 Blood Dragon. Окей, мы, короче, зачистили плотинку, так сказать. Тебя не сильно задело импульсом? Мне пришлось, ну, типа, я выходил с игры. Что нам нужно сделать? Наша точка здесь. Нам необходимо делать зачистку врагов. Так, ладно, я вот этих еще не встречал. Блин, водяных. Где мне и водяных врагов? Так, там точка в воде находится. Блин, а еще козлы. Или козлы, козлов я убивал. А, не убивал, короче, тогда убью козла. Носорога. Да, это ж носорог. Точку захвачу, убью козла. Точку захвачу. Все путем, долг. Мне любые трудности. Так, я далеко? Я нормально хожусь. Не знаю, Рекс. В рыцаре молотые волшебства. Ты бы мне продукт. О, долг, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают двигательно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да? Он меня что, заметил? А не, он дерется против других. То, что он сейчас делает, он только мне помогает. Потому что мне нужны сюда. Я с кабанами уже встречался. Мне не кабаны нужны. Мне нужны не кабаны. Стопы. Или это кабаны такие? Да нет. Да. Да, это походу такие кабаны. Ладно, суть. Пойдем за телевизором, как раз на планере покатаюсь, залечу сюда. Я вижу способность у меня. Хотя, может, я... Ладно, убью его. Чтоб... Просто мертвый груз. Чтоб дракон не огрелся. Ну что, полетели. Точку, 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 точку. Лети. Не долетел, ладно. Пеша будет быстрее. Даю новую задачу. Не оставляйте никого в живых. Счета сделано. Они все равно же сюда не вернутся. Пускай сваливает. Счета сделано, потому что это я. Я делаю все на изи. Пицца вернулся.
Тихо. Вот черт. Так, нужно сделать приманку. Тихо, еще вижу одного. Так, отлично. Кто надо мной? Или он снизу? А, не суть. Убей его. Он как раз делает то, что я хочу. Тихо, тихо. Уже ищем. Почему бы с помощью приманки его сюда не привлечь? Это кубик. Подойди поближе, посмотри. Да-да-да. Да-да-да-да. Отлично. Мне кажется, лучше убрать сначала снайпера. Убрать снайпера будет намного лучше. О, я броню нашел. Опять вход внутрь. Она пустая. А, не буду вставать. Полезли. Нашему приятелю. Денежки готовы. Не хочу поднимать шумиху. Для каких-то дурачков. А лучше все сделать и спокойно. Что я выполнил тихую зачистку. Умри в тишине. Это еще не все. Нужно все делать тихо. Хорошо, кто тут еще остался? Здесь
Кого нету? Может, я кого-то снаружи не убил? Странно. Если это так, то кого? Тихо, я здесь, кажется, не... С этой стороны. Да. Быстрый, тихий бег — это отличная способность. Он почти заметил. Чё? Да я круг. Он почти нас заметил. Ух, уи! Здорово. Новый транспорт. Так, есть миссия? Да, есть миссия. Поехали. Спасение заложников. Чего? А? Сплошные руины. Вот что. Страшно. Боже. Нифига мне бежать. Да, не, не будем сражаться, просто побежим. Зачем мне непонятные перестрелки? Ладно. Делаем все аккуратно, делаем все идеально. Тихо. Если машина, то лучше деревья. Вон там что-то упало с неба. Вот птицы. Наконец-то. Угу. Прикольно. Двери в храм. Так, тут какая-то древняя магическая дверь, чтоб ее. Здесь хранит луч смерти. Думаю, это древний храм драконов. Правда, не могу сказать, кто построил его. Что? А я не говорила? Луч смерти. Лазерный мегабластер на запястье. Наша разработка. Нет. Точно говорила. Эта штука может распылить танк. Единственный способ убить Слоуна, помешав его ужасным замыслам. Терминаторы? Ну тогда туда как-то нужно будет попасть. А, давай. А, что я хотел еще посмотреть? База данных. Сведения, оружие. Террор 4000. Террор 3000 достиг максимальной скорострельности возможности для оружия, стреляющей пулями. А не каким-нибудь там стальным лазерным лучом. Поэтому следующее поколение миниганов было решено... развивать в другом направлении. Террор 4000 отличается противоскользящей покрытием на рукоятке, микровентиляторами, сдувающий пот с разгорающего стрелка, а также плазменными колесами, позволяющими поразить зрителей заодно и объемным звуком. Вот это настоящее различие. Так, телевизоры, животные. Какие животные? Демонический ворон. Вот это кого я убил. Демонический ворон явно место в хорошем триллере. Ну
там сопровождать кого-нибудь, мальчишку по имени Дэмиан, или помогать убитым восстановить их могилы из... и мстить за себя. Дэмиан, это кажется... Нет, это не... Или да? Блин, ладно. Но, увы, до этих птиц попросту добрались какие-то ученые и запихали в них имплантанты просто потому, что был вторник. Теперь воронам остается лишь поливать дерьмом все блестящее. Потому что жизнь дерьмо, а глаза зудят хуже, чем от запущенной венерической болезни. О, а когда робопес... А, робопес, точно. Наверняка кто-то просто подумал, что единственное, что может сделать лучший друг человека еще лучше, это возможность ему самому о себе позаботиться. Так и получается робопес, главный из особенностей которого импланты, с которыми он больше не гадит. Не гадит. Никто не знает, куда деваться, куда девается дерьмо. Возможно, в этом и есть секрет агрессивности робопсов. Так, а что по предметам? Животное. Чёрт. Что-то я резко рванул, забыл про заложника, что там он там есть вообще. Я могу их тоже убивать со спины? Ничего себе, что там? Что-то новенькое. Так, чик-чик. Скелеты, скелеты, скелеты. Заложник в опасности. Спасите кибербота. Да, все в порядке, не боись. Я говорю, не боись. Да, видишь? Да? Ты свободен. Ты спас меня, ура! Да? Привет. Здорово. Окей. Черт, никак не могу выкинуть из головы эту формулу. Может, если напеть другую? Напой, попробуй. Так, окей, где я вообще нахожусь? Угу. Где-то недалеко. Можешь посвятить этой серии просто, ну, несколько уже серий, просто захват всего, что есть. И потом это, типа, выполнение этих миссий. Чтобы потом по сюжетке уже пойти. Просто фиг его знает. Может, я потом не смогу выполнить миссии. Сейчас все сделаю. Козлы? А, не. Те же самые враги. Так, заберусь на вышку горы. Заберусь я на вышку горы. Что это за дерево? О, телек. И кто решил, что это круто? Добыть бы его голову в коллекцию. А, да. Стоп, я не понял. А, нашел ящик, все отлично. Так, это у нас что, тоже? Какие-то пирамиды.
Еще плюс один. Еще плюс один, это хорошо, как и всегда. Так, что я получил? Ну, просто телевизоры. Ничего ценного. Бежим, 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 бежим. Главное, что роботы и терминаторы там есть. Ох, черт, это на воде херь. Хотя... Такая же херь есть и здесь, есть. Я только ускорю свое задание. Блин, там акулы, ну, хотя... Ладно, поехали. Даю новую задачу. Уничтожьте всех врагов. Без проблем. Потому что акула втихаря не напала. Блин, там эти заразы катаются. Давай, 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 давай. Я офигенный ниндзя, поверь. Они даже не поняли, что их убило. И ты уже труп. Если они думают, что я буду сейчас мучиться и вот так их убивать. Последний где? Плывет он там? Да, плывет. Да-да, постреляй. Вот и все. Вот и изи. Вот и изи, зачисточка. Полученные деньги, тихо, коробка. Погружение в землю. Так, давай я, наверное, так оружие. Террор пользуется. Разрывные пули пускай будут, потому что там урона жопа и жуй. Полный автомат. Полный автомат, нажмите и так в пусковой крючок и наслаждайтесь, разбавляя после сражения миссию по 8 ложек из пусковой. Что значит полный автомат? Расстрельность больше на 2к. Расходный материал. Опа, вот это хорошо. Карта, это хорошо. Боеприпас, нет, тихо. Оружие. Так, ладно. Фейзер. Все отлично. Патроны, патроны, патрон, патрон. Точно. Точно, точно, точно. Угу. Новый прицел будет. Искушение. Метров всего лишь вперед. Пипец, у меня сердец. Тихо. Четыре сердца. Это что значит убивать в ближнем бою? Нет, игра на самом деле прикольная, но только если не считать, что это DLC. Thank you.
самом деле до хера врагов. Это хорошо, что он сюда идет. Или я только со спины мог открывать? Тогда это плохо. Короче, он будет обратно уходить, я спину зайду. Я не был замечен. Отличная новость. Так, полежи, отдохни. Они меня еще не заметили. Ой, там тоже враг. Ой-ой-ой, броневик. Вот броневик, это плохо. Даже поджигатель. Даже так, ты трупак. Минус. Ты свободен. Рок-н-ролл. Так. Рок-н-ролл. Теперь... Так. Мне далеко бежать, если пешочком? Да, одинаково. По пути. Ай, ладно. Побежали. Это последнее захватываем, и серия кончится. Так, навыки, а что мне дали? Мне 17 уровень. Получите дополнительную ячейку после убийства на ближнем расстоянии трофея, собирается автоматически. Это читал, получите дополнительную ячейку здоровья, нажмите А, чтобы убить пулеметчика или огнеметчика. Есть у меня, значит, с 15 уровня, получите дополнительную ячейку. Если у вас нет... Ага, 4 хп теперь буду регенить. Получите дополнительную ячейку здоровья, если у вас... Ладно. Потом узнаю, когда дойдут оттуда. Стабильно прицел. Так, ладно, поднимаемся наверх. А что? Я здесь был, все вспомнил. А я отсюда падал. Я отсюда падал, где... Нормально. Вороны. Мне скорее всего сюда заставят потом идти. Я не умираю с любой высоты, то мне это не страшно. Даю новую задачу. Уничтожьте всех врагов. Запросто. Или это было ошибкой? А не. Не-не-не, не вниз, не вниз, наверх, наверх, наверх. Идиот.
надеюсь, он мне не сечет. Я спрыгну. Засек. Это отличная новость. Блин, мне кажется постоянно, что красное это штяк. Так, отлично. Что? Ладно, я навел шумиху, что я типа там. Убить сначала здоровяка ихнего. Сначала убить здоровяка. Отлично. Они пошли за мной вниз. Ты что, дураки? Просто развел их. И он меня не заметит. Не хочу снайперку юзать. 99 сердец. Максимум, походу. Все, короче. В следующей серии... Ого, у нас тут сразу две миссии. В следующей серии, короче, с вами разберемся, с чем будем заниматься. Ну, скорее всего, в сюжетку уже пойду. Да? Хотя нет. Я сделаю, знаете как, смотрите. Мы отсюда. Я заберу посылку сюда. Так, сделаем так. Вот. И закончим. Надо только страха. И кровавых драконов. Так, кровавых драконов. В принципе, ладно. Это можно закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.